Привет, друзья, с вами Вайми, мы продолжаем проходить четвертый эпизод. Это четвертый уровень, нет, третий уровень. Потому что предыдущий был секретный. Север за Викель, если я не ошибаюсь, да. А, на мой взгляд, как и первый уровень этого эпизода, это один из наиболее сложных уровней первого дома. Хотя, конечно, не знаю, возможно, это только мое мнение, но... По-моему, он сложноват как-то, насколько я его помню. Возможно, я вообще ошибаюсь, и он легкий. Здесь пулемет, патроны всякие. Так, у меня жизнь. Да, у меня есть бензобила, отлично. Импы. Уровень этот какой-то довольно запутанный. И в целом, если я не ошибаюсь, достаточно длинный. Так, здесь враги вроде бы кончились. И начинается он так с кучи осолов и шотганеров и импов. Что довольно неприятно. И, по-моему, на нем вот был такой один секрет. Который не один секрет, а штук 10 сразу. То есть я где-то в первом эпизоде об этом говорил. А, лестница, у которой каждая ступень считается секретом, то есть... До хрена секретов в одном месте. Так, я почти мертв. Это немножко мешает. Так, я, пожалуй, туда пару ракет запущу. Ай, и я совсем мертв. Рестарт. Шотганеров стоит сразу убить. Они тут опаснее всего. Так, спектры. Там еще шотганеры. Есть такое большое открытое пространство в начале с кучей шотганеров. И не только шотганеров. Довольно сложно. Там вот вверху лежит неуязвимость, которую я, по-моему, мог бы подобрать, но я не уверен. Возможно, я до нее просто не допрыгну. Соулы здесь. Оттуда еще по мне стреляют, что ли, да? Шотганеры с другого конца карты. Поднимемся, там была кнопка, которую... Что? Откуда? Туда? Нифига себе. Который я, правда, не помню, что делать. Возможно, да, как раз вот здесь вот поднимает. Блин, что они там делают и... Что вообще происходит? Неуязвимость пригодится. Так, и я бы хотел, пока у меня есть неуязвимость, пробежать вот туда. И здесь тоже всех перебить. Уязвимость вещь полезная. Можно спамить ракетами в ближнем бою и не бояться убить себя. Ау. Там... Да, тут есть пара аптечек и броня. И есть ли где-то еще пара аптечек и броня? Ай. Здесь шотганеры. Ну ладно, жизнь вроде нормально. И, по-моему, здесь сейчас просто стоит сразу расстрелять этого барона, да. Потом уже заходить. Опять же туда пару ракет. И мы попадаем, да, как раз вот сюда вот, откуда по мне так стреляли. Как подобрать этот красный ключ? И что внизу? И
Зубокодемон и всякие импы. Я подозреваю, что туда... Ой, просто нужно спрыгнуть, чтобы этот ключ подобрать. Кнопка, наверное, его опустит. Ай. И здесь я видел, да, барона. Еще я здесь видел много-много ракет. Сколько их у меня в итоге получится? Ключ я так не взял. В итоге у меня получится 55 ракет. Круто. Так, и не здесь ли оно? Нет, здесь просто телепорт сначала. Окей, не очень понятен смысл его. Куда ведет это? Ай. Тут бароны. И еще ракеты, аптечки. И еще ракеты, аптечки и телепорт. Ай. Телепорт к спектру. Вот, по-моему, это секрет. Да. А. Ай. Больно. И здесь еще куча патронов к шотгану, немножко ракет. Все ли ступеньки засчитались? Да, видимо, все. Я не понимаю, что делает эта кнопка, но ладно. Хренси. Что здесь? Ничего особо интересного? Блин. Где-то еще два секрета. Но я не помню где. Ну, в принципе, если не попадутся, то и хрен с ними. Но хотелось бы все-таки найти их. Здесь вроде секретов быть никаких не должно. Так, выйдем обратно сюда. И да, теперь у меня есть красный ключ. Можно перейти на другую сторону. Её, в принципе, и так можно было перейти, но вот сюда вот подняться нельзя было, по-моему. А здесь ключ синий. Хотя, может быть, и можно было. Ну-ка. Да, можно. Значит, я ошибаюсь, что нельзя было. В эту сторону так можно перепрыгнуть, а туда что, нельзя? Или там просто нет таких лестниц на этой стороне? Есть. Да, и хватает, чтобы допрыгнуть. Возможно, вот это вот считается секретом. Надо туда сейчас сгонять и попробовать спрыгнуть туда. Так, где это было? Вот здесь, да. Нет, не секрет, но все равно полезно. Берсерк здесь как-то не очень полезен против барона. И здесь вот еще одна красная дверь, которая ведет к выходу. Ай. Главная проблема спектров. Слишком сложно определить расстояние до них. То есть примерно, конечно, можно. Так вот не получится перепрыгнуть? Нет. Жаль. Тут что-нибудь нет? Окей. Так, и... Да, это нас выводит к выходу. Вот этот телепорт, это и есть выход. Но я бы хотел пробежаться сначала по всему уровню. Во-первых, пособирать всякие вот эти вот патроны. Во-вторых, все-таки поискать эти... Во-первых, один монстр жив, это, по-моему, барон вот с этой стороны. Да. Во-вторых, вот секрет. Нет, не секрет. Ладно. Ай. Ну, тогда я не знаю, где может быть этот последний секрет. По карте я так тоже не вижу. Так что не будем... его искать особо. Здесь возможно. Нет.
здесь нет. Окей, тогда я без понятия и... Мы завершаем третий уровень. С вами был Вайми. Пока.